Привет, сосед! Привет, сосед 2 Альфа, и мы продолжаем разгадывать загадки Ворона. Но перед началом я хочу тебе показать свою новенькую находку. Это радиотелефон. Теперь мы сможем звонить Ворону. Но для тех, кому любопытно, где же я достал этот радиотелефон, показываю. В общем, этот радиотелефон, оказывается, катается по верхнему конвейеру, который выходит на крышу. Если первый раз его проморгать, как получилось это у меня, то ничего страшненького. Он все равно катается вокруг по конвейеру. В общем, хватаем его, и теперь у нас есть возможность названивать Ворону и бесить его. Ну что ж, давай посмотрим, чем занимается наш Ворон. Он, как обычно, просиживает диван своей пятой точкой. Ну, раз так, заставим его размяться, а то он совсем уж к креслу прирос. Набираем Ворону. Дело в том, что телефон, на который должен ответить Ворон, находится в запароленной комнате. Получается, что у нас теперь появилось два способа, как заставить Ворона ввести пароль и зайти в эту комнату. Первый, которым мы воспользовались при помощи будильника, а второй, соответственно, при помощи телефона. Но, как видим, Ворон телефон не поднимает, он просто сбрасывает звонок. Опа, кажется, нас спалили. Спокуха. Тихонечко сдаем задом. Уходим, уходим. Без паники. Пока Ворон осознает, что к чему, мы поиграем с тобой в спецназ. Дело в том, что в прошлой серии мы достали лом и веревку, и у нас есть возможность оторвать вот эти доски. Как говорится, первый шаг к освобождению детей. Вырываем одну и вторую. Чудненько! Теперь осталось найти ключик, который откроет этот красный замок. Отцепляемся от веревки и проникаем в дом. Ворон, как обычно, походу греет свою попу. Сейчас мы это проверим. Ну да, действительно. Ну, пускай дальше греет. Мы тут повырываем доски, главное, чтобы он нас не спалил. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Валим. То есть, когда я пароль вводил, он не слышал. А как я доски начал отрывать, так он сразу услышал. Ну, с другой стороны, пароль находится чуть дальше от его комнаты. А доски действительно отрывались довольно громко. Что ж, попробуем зайти через крышу снова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, пришлось пожертвовать своей крюк-кошкой. Ай-яй-яй. Не очень хорошо. Ну что ты, ворон? Птица ты пернатая. Куда ты побежал снова-то? Походу его приперло. У него ж туалета в доме нет, поэтому он в лес ходит. О, канат от крюк-кошки висит. Ништяк, он крюк-кошку не запалил. А я-то уж переживать стал. Думал, что он ее свистнет у меня. Так, нам нужно попасть в эту комнату. Но сперва нам нужно отодрать все доски. Перфекто! Звучит как волшебство из Гарри Поттера. Что ж, нам нужно влезть в окно, но там доски. И для того, чтобы их снять, нам понадобится наша спецназ-веревка. А, блин, надо с другого конца снимать. Тогда воспользуемся крюк-кошкой. Залезем по трубе. Как настоящая кошка. Главное в дырку не упасть. Точнее, в технологическое отверстие трубы. Вот она веревочка, все, мы ее забрали. Теперь нам ее нужно разместить прямо под окнами. Где-то здесь примерно. Ага, спускаемся. Open the windows! Это FBI! Ну, понятно, что окна нам придется самим скрывать. Чувствую себя каким-то суперагентом. Все, ништяк. Влетаем в окно. Как четенько. Переключаем конвейер. И... А, огнетушитель у нас уже есть. Я что-то тупанул. Тогда вываливаемся обратно через окно. Но прежде я хочу посмотреть на датчик тепла. А ему вообще пофиг. Что поступает мусор, что не поступает, все равно будет гореть. Ворон после сделанных делишек в кустах возвращается домой. Сейчас посмотрим по камерам, что он будет делать. Поднимается на второй этаж. Идет к своему креслу. Ага, заподозрил, что конвейер работает не так. И пошел его переключать. Восстановил работу конвейера. Куда это он побежал так? Зачем тебе туда? Он что, другану пошел звонить? Прикинь, по телефону такой Вован набирает. Вован, друган! У меня тут один журналист докапывается. И пригоняет еще и второй ворон сюда. Ну, короче, понятно. Там у него кровать лежит. Он, скорее всего, на кроватке пошел поваляться. Лазю я, короче, по крышам лазю. И смотри, что заметил. Видишь гнездо?
Вот такой вот. Есть еще одно гнездо, но оно находится вон там. И я намерен туда залезть и посмотреть, что же там. Потому что в черном гнезде мы нашли тогда веревку. А что же спрятано в красном гнезде? Ух, какой жуткий дом. Но он не заперт. Можно залезть через окно. Ну, а дальше крюк кошка через крышу. В общем, спустя столько лет я наконец-то научился пользоваться крюк-кошкой. Не нужно до конца докручивать крюк, а просто выкидывать крюк-кошку, она тогда повиснет на веревке, ее потом забираешь и все. Ну, короче, ты видел, как я сделал. Ну вот, мы добрались до этого гнезда. Снизу бегает ворон, он там с огнетушителем играется, хочет все нас достать. Но мы-то высоко, и сейчас еще выше будем. Так, последний прыжок. И мы здесь. И тут фотоаппарат. А на кой черт нам фотоаппарат? Ворона фоткать, что ли? А, ну да, мы же журналист. У нас должен быть, по идее, фотоаппарат. Микрофон есть, а фотоаппарата не было. Но теперь есть. Все четко, все на своих местах. О, он даже фоткает, прикинь. Круто. Аккуратно, нельзя такую вещь выкидывать. Раритетную. Ну, кстати, в первой альфе я тоже находил фотоаппарат. И он ослеплял ворона. Кстати, а вон там что такое? Опачки, а это что за делишки такие? Надо бы туда слетать на разборочки. Какая-то интересная приблуда. Возможно, она нам как-то поможет достать деток. Ёк-макарёк! Фух, я думал, сейчас и огнетушитель еще с крыши свалится, и все, и капец. Все по новой. Погоди, так это же коптер. Мы такой коптер в комбинированной машине собирали в Альфе-1. Сейчас я место освобожу. Будильник скинем. Прощай, будильничек. Ты служил нам верой и правдой. Ворон где-то там под нами трется. Ворон! Иди сюда, я тебе селфи замучу. Ну ладно, не хочешь как хочешь. Я дрон запущу лучше. Так, значит. Дрон мы запустили. Попробуем им поуправлять. А, погоди. Этот монитор не может управлять дроном. Нужен другой, особенный. А где шоу взять-то? Ладно. Поищем. О, здорово! И пока не долетел пернатый. Че, наверное, надо сфоткать его. По крайней мере, попытаться. А еще мне кажется, что у него что-то с огнетушителем какие-то проблемы. Воро... Я теперь знаю, как ворона вычислять. По пене! Ты посмотри, как на него дресня напала. По-моему, у него реально сломался огнетушитель. Сейчас весь лес уделает в пенке. Весь лес будет белый. Ладно, давай спускаться. Фиг с ним, с этим вороном. Мы так знаем, что он с причудами. Да что ж такое-то? Где огнетушитель? Ай-ту! Телефон из рук выпал! Телефон на базу! Вороньячьи происки. Ну ладно, хоть огнетушитель у меня. И будильник. Вот так вот ворон телефон отжимает. Я, короче, упал. И ворон еще сверху на меня плюхнулся. Телефон выбил у меня. И забрал его. Какой-то ворон-гопник у нас тут. Совсем оборзел. Но ему точно плохо, смотри. Он решил огнетушителем полностью все залить. Псих, короче, какой-то. Огнетушительный. Фото хоть понаделать смешных. Потом отправить в какие-нибудь журналы. Пока у ворона там проблемы с огнетушителем, и он носится как угорелый, мы проникаем в дом и сейчас попробуем затушить печь. Ворон уже возле нас где-то бегает. Веревки, кстати, нет, походу ворон снял ее. Ай, прыжком, конечно, я туда не запрыгну. Тогда огнетушителем. Да ладно, как так? О! Со второй попытки я прям на крышу залетел. Мне, пожалуйста, в окошечко можно? Спасибо. Переключаем. Ну что? Блинский! Он уже тут как тут. Ну что, давай теперь следить за датчиком. Блин, у нас же огнетушитель есть! Может, он огонь тут тушит? Ай, засранец, а! Контроль свою любимую печку. Ладно, сейчас попробуем обхитрить его. Типа мы за дом убежали. И пока он поймет, что к чему, мы попробуем потушить огонь.
О, смотри, получается, получается. Ты уже? Чё так быстро-то? Ай-яй-яй, поймал нас. Все мои драгоценности выпали. Ай-яй-яй, там же и дрон, и фотоаппарат был. Сколько там всего ценного? И где мне теперь это искать? Ё-моё, ничего не вижу. Где это все валяется? Где? Что? Когда? Капец был. Абзац был. Это просто конец света какой-то. Все профукал. Надо было что-нибудь да выложить. Чё ж я попёрся-то с полными карманами? А погоди, о, огнетушитель. Ладно. Плюс один к спокойствию, как говорится. Попробуем затушить еще разок. Буду тушить в наглую, вообще в наглую. Он прибежит, а я буду все равно тушить. Он меня выбесил. Ай-яй-яй-яй-яй, скотина, с другой стороны зашел. Помоги мне, ворон, у тебя все равно огнетушитель работает. Помоги мне затушить твою печку. Смотри, что-то там с ним странное вообще происходит. Я ворона таким никогда не видел. Снова швырнули, но в этот раз я потерял только огнетушитель и сразу же его нашел. Обожаю красный цвет, его везде видно. Ну что, ладно, отходим. Нужно придумать другой план. Смотри-ка, ворон. Будильничек. Сейчас, может быть, я все найду. О, и здесь что-то есть. Крюк-кошка. Монитор. Уже как-то радостно становится. Может, я сейчас все найду? Вспомнить бы, что у меня в карманах было. Совсем из головы вылетело. По-моему, дрон. Блинский. Я профукал дрона. Капец. Это потерь. Он единственный тут вообще на карте. Как же так-то? Может быть, его ворон куда спрятал? О, телефон. Я снова на связи. 8-800-2600. Шампунь Майхан Була. Короче, ты можешь меня поздравить с тем, что я просрал дрона. Я так его и не нашел. Но надеюсь на лучшее. Может быть, он где-то все-таки завалился тут. У соседа в доме его точно нет. Но пока я тут все обрыскивал, я нашел вот это вот отверстие. Дело в том, что я сюда уже залазил, но не замечал его. Что тут такое? О, топляк! Топляк! Бензик или соляра. А на кой черт мне соляра? Тут заправлять-то в принципе нечего, кроме генератора. И генератор, по-моему, тут бесконечный. Странно, очень странно. Ну ладно, пригодится. На крайняк можно облить ворона, как тачку Литвина, и сжечь. Короче, после того случая, когда я просрал дрона, теперь я все выкладываю. У меня в тачке склад. По крайней мере, если меня вышвырнет ворон, я не все потеряю. И радует то, что я начал находить свои вещи. Например, фотик, пожалуйста. Прикинь, он вот сюда вот улетел. Ломик, пожалуйста, тоже сюда вот улетел. Это ж как надо было меня швырнуть, чтобы вещи улетели так далеко от дома ворона. Бегал я, значит, в поисках своих вещей и смотри, кого встретил. Кот, который переоделся в рождественского оленя. Мы с тобой его в прошлой серии уже видели, но мельком. А теперь я его могу рассмотреть нормально. Но вот ворон что-то меня напрягает. Куда же ты бежишь, рождественский котейка? Расскажи мне. Может, ты меня приведешь к какому-нибудь тайничку? Надо бы его сфоткать. У меня же с собой фотик есть. Улыбочку. Блин, он слишком быстро передвигается. О, остановился. А чё это мы тут остановились? Кися, дай я тебя сфоткаю. Красавчик! Правда, из-за того, что вспышка, фотки получились не очень. Ничего себе, тут холодильник есть. С камерой. Хо. Короче, взобрался на высокое здание. Ну, относительно высокое, которое рядышком с домом ворона, чтобы осмотреть окрестности. Дело в том, что я не теряю надежды, что я смогу найти дрона. Ну не мог же он куда-нибудь далеко улететь, правильно? Я, кстати, давно хотел посмотреть, что вон там. Мне кажется, там кто-то есть! Оно шевелится! Это человек! Ёк-макарёх! Туда, значит, можно попасть, а тут что? Детектив! И там, кстати, дверца открыта, смотри, туда по-любому можно залезть. Ё-моё. Отличное место я нашел. А тут что? Тут ничего. Короче, надо лезть туда. Полетели. Стой, пернатая скотина! Остановите!
Тьфу ты, блин, кто его остановит-то? Остановись, пернатое чудище! Эй! Слышь, спустись на землю, я так не умею. О, спасибо, спустился. А ну стоять! Да ты что, издеваешься, что ли? Короче, раз он туда умеет залетать, значит там что-то есть. Туда можно попасть. Опа! Иди сюда! Никуда ты больше не полетишь. Да чтоб тебе ноги поотрывали-то, а? Короче, я хочу в него бинокль кинуть, чтобы он мне дал огнетушитель. А то он достал уже им фышкать. Но, походу, у меня это не получится. Он очень резкий. Опробовал уже несколько мест, чтобы взобраться на эти канатные автобусы. И пришел к выводу, что лучшее место здесь. Тут и удобнее взбираться. И есть вероятность... Ах, блин. Есть вероятность, что я долечу до этих автобусов канатных. Вначале нам нужно взобраться на крышу. Вот так вот. Есть. И теперь отсюда стартуем к первому автобусу. Давай, огнетушитель, не подведи меня. О, да. Да я прям повелитель огнетушителя. Конечно, не настолько крутой, как ворон. С земли прям сюда запрыгивает, но тоже неплохой. Теперь осталось как-то проникнуть внутрь. Где-то здесь дверца открыта. Где-то вот здесь вот ориентировочно. Да, вот она, эта дверь. Получается, вход справа. И теперь не сыкнуть, главное. Не упасть. Мы внутри. Здорово, детектив. Как жизнь, как дела? Почему не вызываешь копов? Значит, я не один видел кражу детей, да? Ты тоже все видел, но молчишь. Но я тоже молчу. Два сапога пара. Газетка какая-то. Чё ж ты тут трёшься-то, а? Есть у тебя тут чё? Это что такое? Ключик, смотри. Синий ключик! От туалета! Круто! Так, выкинем стулья. Они нам нафиг не нужны. Мне вот интересно, куда он упадет? Нифига себе, он отскочил от земли. Ладно, здесь больше вроде бы ничего нету. Берем, значит, ключик. И пойдем открывать... А, нет, подожди, нам нужно заскочить теперь в следующий автобус. И только потом бежать открывать туалет. Так, я не понял, а где автобус? Сзади нас, что ли? Я потерял автобус! А, вот он. Так, ну чё, прямиком до него или с пересадками? Я думаю, что с пересадками. Вот сюда вначале. Отлично. А потом туда. Тихонечко. Спокойненько. Главное... А, вот это было нестабильно. Очень нестабильно. Но огнетушитель я не просрал, это очень хорошо. Ты слышал? Здесь кто-то есть. Стоит и мычит. Короче, облетел весь автобус. Входа в него нету. Поэтому мы сейчас попытаемся увидеть, кто стоит там. Путем падения. И я думаю, что на этом будем закругляться. Ах, вон кто! Это ж вандал! Вандал, который нам мешал... В парке аттракционов. Вот это поворот. Я думал, что на этой карте я единственный с соседом. Ну, еще и дети. То есть впятером. Оказывается, тут есть еще и детектив, и вандал. Офигеть, сколько тут народу. Не подходи ко мне. Черт, меня поймали, походу. А, нет. Это типа что, минутные обнимашки были, что ли? Типа, нет, не уходи, не заканчивай видос. Я не хочу оставаться один. Но, все. Я сейчас открою туалет. И ты останешься один, ворон. Хо-хо-хо-хо. Что же в этом туалете? Прям очень любопытно. Отпираем замочек. Ух ты! Вертуха. Вентилятор какой-то непонятный. Ой, кажется, нас спалили, что мы туалет открыли. Пожалуй, я побегу куда-нибудь. Блин! Ладно, вокруг дома по стариночке. Мне не страшно. И, кстати, я забыл взять вентилятор, блин. Бежим к нашей тачке. Надо выкинуть ключик и вернуться в туалет. Нам же нужно узнать, зачем этот вентилятор в туалете спрятан. Еще и под замком. Вентилятор, пропеллер. Все, он у меня. И ворон вроде как за нами тоже не охотится. Точно. Он снова пошел в лес. Ну, тогда мы посмотрим, что это за вентилятор.
Что это такое? Я вроде использую, но у меня из рук исчезает, и я слышу его вертушечное вертухание. Но понять не могу, что он делает. В общем, ладно, с этим мы разберемся в следующей серии. А на сегодня это все. Не забывай ставить лайки под этим видео, если тебе нравится Привет, Сосед 2. И подписываться на канал, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующей серии.